Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Slide Down a Hill. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он из всех оставшихся читов на этом сайте. Также видео прикреплю, как его скачать и получить на него ключ. В принципе, там сложного ничего нету. Посмотрите, я думаю, поймете. Дальше, после того, как скачали чит, в поиске пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И пока что на данный момент есть только один скрипт, больше, к сожалению, я не нашел, потому что режим новый, буквально недавно вышел, и на него успели только один скрипт сделать. Значит, смотрите, чтобы получить этот скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто, легко. Мы его копируем. Заходим в игру, открываем чит и нажимаем кнопочку «Ввести», то есть «Inject». И ждем, пока заинжектимся. Так, все вроде бы как инжект прошел. Смотрите, чтобы понять, прошел инжект или нет, вы когда нажимаете на эту кнопку, у вас на несколько секунд зависнет вот эта вот надпись «Inject Fluxus». И потом, когда она пропадет, можете вставлять скрипт, сам чит, и нажимать кнопочку «Запустить». И смотреть, запустится скрипт или нет. Как видите, запустился. Все четко. В принципе, функций здесь немного, всего лишь 3 функции. Но я думаю, больше и не нужны. Никакие функции лишние. Значит, первая функция — это Money Farm. Нажимаем и смотрим, что происходит. Короче, меня куда-то телепортируют. Скорее всего, на финиш. И я каждый раз получаю по 700 денег. Не знаю, конечно, на что их тратить нужно, но ладно. Самое главное, как видите, фарм денег работает. Так, выключаем его. Все, мы зареспавнились, отлично. Следующая функция — это Remove Obstacles. Честно, не знаю, что это за функция, что она вообще дает, что она значит. Так что хз. Ну, я нажал, но, как видите, ничего не произошло. Окей. В принципе, я думаю, она не особо важна. И последняя функция — это Collect Firework. Нажимаем и смотрим, что происходит. Так, а почему ничего не произошло? Стопэ. Непонятно. Я до записи видео, когда проверял, все работало. Ну, именно вот эта функция. Короче, на локации, по идее, должны быть фейерверки. Но почему-то у меня их нету. А, я понял, почему не работает. Короче, я когда добавлял этот скрипт, проходил ивент на какие-то фейерверки. Сейчас этот ивент убрали, и, естественно, сами фейерверки тоже пропали, их нельзя теперь собирать. То есть вот этой последней функцией можете, в принципе, вообще не пользоваться, потому что она вам уже по факту не нужна, потому что убрали все фейерверки. Вот. Ну, короче, когда ивент проходил на эти фейерверки, то с помощью этой функции можно было их автоматически все собирать на карте, которые были. Вот, как-то так. В принципе, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт сегодня я для вас нашел. Кому он понравился, можете нажать лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. А с вами был Айзбан. Всем удачи и пока.